Special from Mixed Martial Arts Underground Forum. Coach Alex+Emelianenko, YURI RAZUMOV. Юрий, добрый день. Добрый день. Ваш ученик Alex+Emelianenko, как сегодня его бой? Выдержал ли он рисунок боя? Ваше мнение по сетке боя, по его рисунку? Расскажите пару слов, Паш. Я считаю, что если бы бой был чуть-чуть подлиннее, Саша бы его закончил досрочно, этот бой. Саша выдержал полностью свой рисунок, свой стиль. То, что я и говорил на пресс-конференции, что Саша боец, Саша драчун, Саша покажет очень хороший бой. И он действительно его показал. Зайдите в зал и посмотрите. Там идет сейчас по прогнозу центральный бой. Ну, в зале осталось, может быть, 10% людей. Очень хороший ему попался оппонент. Саше нужно было хорошо сейчас продышаться, прочувствовать. Он все полностью выполнил установку. И для тренировочного процесса, и для самосовершенствования этот бой очень ему нужен был. И именно такой, как он сейчас его провел. Потому что были такие прогнозы, что Саша его закончит там, в первом раунде, во втором. Не хотелось бы какого-то такого мешка, например, как когда ведут ребят, там, ставят сразу. Там, например, Джордж Форман-младший дебютировал 26 лет. Вот, первый оппонент у него был 2 боя, 2 проигрыша, 2 нокаута. Ну, достаточно сказать, что Хизир чемпион мира среди полицейских. И на этот бой достойный он очень, очень мотивирован он был на этот бой. Очень. Рисунок боя был выдержан, который вы разработали с Александром? Да, к сожалению, за 4 раунда он полностью не проявился, этот рисунок. И очень стало видно работа над ошибками, вот, непосредственно над защитой, хоть мы много над ней работали. Вот, еще нужно поработать, некие технические ошибки. А так, в принципе, то, что мы ожидали, то и мы и получили. Юрий, большое спасибо вам. Пожалуйста. Удачи вам. Спасибо. Удачи Александру. Всего доброго.